Всем привет! Сегодня рассказ о юбилейных монетах страны, которая называется США. Начну с 1976 года, когда вышел вот такой вот набор, посвященный 200-летию независимости Америки. До этого момента США выпускали порядка 60 юбилейных монет, но все они там достаточно редкие и дорогие. Это, скажем так, первый доступный набор, первые доступные монеты. Так, 76 год, номинал 1 доллар. $0.50, half доллар, полдоллара. $0.25, quarter доллар. Четверть доллара. Вот. Как уже сказал, в 200-летие независимости в 1776 году 13 бывших британских колоний объявили о своей независимости, создали страну США. Ну и в результате кровопролитной войны, которая произошла дальше, Америка полностью стала независимой. Вот. Потом был достаточно большой перерыв по юбилейным монетам. В 1999 году началась серия монет штаты США. 56 монет. Каждый год выпускалось по 5 монет. Первый 99 год. Делавэр. Пенсильвания, Нью-Джерси, Джорджия, Коннектикут. На этих монетах изображены различные достопримечательности штатов или исторические события, связанные с этими штатами. Каждому штату посвящена одна монета. Идет 2000 год. 5 монет. Нью-Йорк со статуей свободы. Выпускались эти монеты 3 монетными дворами. Но по монетам других стран, ни России, ни СССР, я монетные дворы не коллекционирую. Разные, это касается и США, и Германии, и Индии. То есть только тип монеты в одиночном, в одном экземпляре у меня они. Обама. Миссури. Арканзас. 2004 год. Мичиган, Флорида. Техас. Айова. Висконсин. Калифорния. Миннесота. Орегон. Канзас. Западная Виргиния. 6-й год. Невада. Небраска, Колорадо, Северная Дакота, Южная Дакота,
2007 год. Восьмой год, Оклахома, Мексика, Аляска с медведем, гризли, The Great Land, Гавайи. Ну и в 2009 серия завершилась 6 монетами округ Колумбия, территории Американские Виргинские острова, то есть они не являются штатами, Пуэрто-Рико являются заморскими территориями, Американская Самоа, Гуам, Северные Марианские острова. В 2010 году началась новая серия, посвящена национальным паркам США. В каждом штате есть какая-то достопримечательность природная, национальный парк. И вот он. Эта достопримечательность изображена на монетах. Тоже по 5 монет выпускалось каждый год. Пока серия эта не завершена. 2011 год. Осталось немножко. Глейшер. Пик. В 2012 год. Гавайские вулканы. Тринадцатый год. Четырнадцатый. Пятнадцатый год, 5 монет. Шестнадцатый. Семнадцатый год. Ну и в 2018 году вышло, по идее, вышло 5 монет все, но они в наборах. Вот так вот на данный момент.
три монеты. И осталось еще две монеты в 2018. 19 год, 5 монет. 20-й, 6. Ой, вернее, 5 монет тоже. И 21 год, 1 монета. То есть вот еще 3 года серия будет длиться. Вот, в 2007 году началась серия президентов по порядку американских. Однодолларовые монеты. Президенты с датами их президентства. 2008 год. Выпускалось по 4 монеты. Серия на данный момент не завершена. Но не завершена по причине того, что монеты выпускаются только с президентами, которые уже умерли. Несколько президентов у нас здравствуют до сих пор. Поэтому серия будет продолжена как только, так сразу. 10-й год. Одиннадцатый год. Двенадцатый. Тринадцатый. Четырнадцатый год. В 16-м году 3 монеты вышло. Никсон, Форд, Рейган. Джимми Картер у нас здравствует до сих пор. Ну, наверное, монета выйдет. Будет датирована, скорее всего, 2016 годом. Хотя, трудно сказать. Ну и еще у нас Джордж Буш, Билл Клинтон, Буш-младший, Барак Обама. Ну и где-то вот здесь не подписанный будет Дональд Трамп когда-нибудь. В 2009 году вышла серия одноцентовых монет. Домик, в котором родился Линкольн, посвященный Линкольну. Юность Линкольна, Линкольна, карьера юриста и президентство. В 2004-2005 серия монет пятицентовых. Приобретение Луизианы, лодка, история Америки посвящена, бизон, выход к Тихому океану. Ну и сейчас идет серия монет, так называемый Сакагавея, 2000 года она начала, 2008 одинаковые монеты ушли, парящий орел. Ну а дальше каждый год выпускается по одной уже оригинальной монете. 10, 11, 12, 14 год, 15, 16, 17, ну и монета этого года 18 год. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.